По китайцам все есть. Бак какой-то хромовый интересный. Цена-то небольшая. Чего он такой? По ежам. Китайские девятки, десятки. Пусковые шестерни. Пусковая шестерня 2300, пожалуйста. Грамм 1375. Вся Китай. Рули, цилиндры, тут головки, реставрация, 4300, такие вот 3,5, 3800, переходники, хромушки на генератор 1500, цилиндры новодельные. Реставрация, по-моему. Лопухи красные, смотрите, какие интересные. Карданчики, ручки на ножке, генератор 10 тысяч почти, что пружины хромированные, панельки, в общем, всякого, магазине, карбюраторы, выборы, 3200. Вот это вот говнище редкостное, карбюраторы. Вот это говнище редкостное. Лучше вот эти попробовать. Хотя тоже, скорее всего, Китай, судя по цене. Вот видите, оригинал. Вот это, возможно, оригинал Пикар. В общем, вот столько всякой всячины. Подножки такие вот. Кстати, недорого, 385 рублей. Зажигание тюменское, коммутаторы. Это все в магазин. В магазине я снимаю у знакомого. Занимается продажами. Свой магазинчик. Это отдельный отдел. Прокладочки, тросики. Цилиндры. М72. Вот так вот. Крыло.